Да. Правильное решение инженерное. Как их укрепить, отремонтировать? Смотрите, вот эти все сопли, это постоянные подвески пожара, чтобы вы понимали. Здесь у вас все дерево и перегородки, как они называются? Дерево и глина там. Глина. Поэтому оно же, вы понимаете, это же не бетон, оно не дай бог, оно по секунду. Тем более, что ветер, ну, короче, не хочу ничего говорить. Поэтому здесь нужно глобально приступать. Мне говорили, что когда-то кто-то там пытался рассматривать вопрос расселения. Я вам говорю, что вы даже не витали в облаках, и в жизни расселили. Нет такого количества квартир в городе, чтобы расселить отсюда людей. Тем более я принимал участие в расселении домов, там, где мы дорогу пробивали. Там дом, ну я не знаю, в 10 раз хуже был частный, чем состояние этого дома. И там за неделю из 7, которые там было, по-моему, 6 человек, прописалось 26. И каждому нужно было давать квартиру, и мы уже эту паспортистку за руки вытягивали с паспортного стола, она вообще успевала еще одного или двух прописать. Поэтому это вещи все сложные, но ремонт здесь сделать можно. Здесь можно подойти с умом, расписать, допустим, год-два дома там, или три, за 2 года все сделать, потихонечку. Я своими глазами посмотрел, тут был, в голове отложилось, поэтому давайте, времени долго осталось. А можно вам вопрос? Можно, по дороге только, пошли. Смотрите, не платят же за общежитие, живут. Почему не занимаются этими людьми? Кто? А кто? Ну, вот хорошо, смотрите, у вас есть квартира. Вы решили ее сдать. Сдали мне. Как кто должен знать, кому вы ее сдали? Нет. А, вы имеете в виду, они вас... Расход воды больше. Если один человек прописан, а живут 4. Что тут не понятно? Были.